Ну, знаете, если мы будем менять вратаря после каждой ошибки, то у нас вратарей не хватит. Он еще молодой парень, он еще совершит ошибки. И Игорь Пластун снова сегодня ошибся два раза. Розважливість Севидова легко пояснити. Ще до перерви він знав, як покращити гру команди. І тихенько натякнув про це Ткачуку. З іншими підопічними розмова була більш емоційною. Ну, пришлось повысить голос, не буду скрывать, но не в плане напихать, а в плане, почему не играем в футбол, почему испугались.